Добрый день! Наш сегодняшний блог будет посвящен событию, которое буквально взорвало всю прессу. Два шаббата назад, или шаббат назад, не последний, а рейс из Нью-Йорка в Израиль не успел долететь до Тель-Авива, до аэропорта Бен-Гурион, до наступления субботы, и самолет приземлился в Афинах, и 150 пассажиров провели субботу в гостинице напротив афинского аэропорта. В прессе поднялась по поводу этого целая травля, мол, религиозные пассажиры напали на стюардесс, угрожали, пытались проникнуть в кабину пилотов. Выяснилось, многие люди написали по этому поводу статьи, выяснилось, что это все неправда. Никто не нападал на стюардесс, никто не кричал на них. Люди просили, наоборот, еще в Нью-Йорке, когда было понятно, что существует опасность. Как и написано в Алахе, да? Если существует опасность даже, человек не успеет, должен не выйти в дорогу. И многие люди, соответственно, тому, как написано в законе, не хотели, хотели покинуть самолет, им не дали этого сделать. Хотели остаться в Нью-Йорке, еще на шаббат, поехать в Йом-Ришон уже. Рав Шолом Бер-Сароцкин, поговорив с пилотом, сказал, что мы успеем приземлиться в Тель-Авиве за час до субботы. Кто не успеет доехать до дому, я организую всем шаббат прямо в Бен-Гурионе. В полете они поняли, что они не долетят до Бен-Гуриона и приземлились в Афинах. Рав Шолом Бер, не знаю, каким образом, смог договориться, чтобы его люди договорились с местным афинским хабадом. Они организовали с 11 часов до 4, организовали замечательный шаббат. И эти люди провели замечательный шаббат в Афинах. Все 150 человек вышли ради заповеди Всевышнего, вышли из самолета. Сначала была паника, как они успеют, думали, что у них не будет еды, но оказалось, что шалехи хабада и команда Рав Шолом Бера, которая, так сказать, помогла им, наверное, финансами, да, смогли организовать замечательный шаббат. Люди чувствовали себя там просто единым еврейским народом. И есть люди, которые хотят сказать, что Всевышний это сделал ради того, чтобы были собраны деньги на микву в Афинах. Возможно, все те люди, которые были там на шаббат, спросили, как мы можем отблагодарить замечательных шалехов хабада. Те сказали: вы знаете, нам лично ничего не надо, но нужна миква. У нас нет здесь в городе миквы. И все люди собрали, там были состоятельные люди на этом рейсе, собрали. Есть статья, которую мне сегодня с утра прислали, которая рассказывает о вот этих замечательных впечатлениях, которые были у тех людей, с именами. Статья переведена с английского языка Владимиром Нестевым с газеты «Амудия». Но мне непонятна другая вещь. Почему в прессе, в газетах русскоязычных, почему в прессе ивритоязычной есть такое осуждение людей, которые хотели соблюдать шаббат? Откуда вот это вот априори предвзятое отношение к человеку, который хочет соблюдать законы нашей Торы, законы Всевышнего? Все пишут об этом, я тоже повторюсь. Предположим, что на рейсе были бы не евреи, а мусульмане. Конечно бы Эляль ни в коем случае не позволила бы себе такое поведение. Почему свою собственную религию мы не уважаем достаточно?
почему мы готовы признавать правоту всех, кроме себя самих? Потому что Эляль понимают, что они должны соблюдать шаббат, и что это их ошибка. Что это? Знаете, почему мы называемся евреями? В нашей недельной главе есть история. Иуда, царь, глава всех колен. Его потомки будут царями. И он знает, что они будут царями. Но Иуда, с ним случается несчастье. Умирает два его сына, женившиеся на невестке Тамар. Сначала один Анан, потом второй Эр. И прежде чем, как по закону полагается, отдать ее за третьего сына, Иуда ждет. Тамар хочет родить, как у нас пишет Раши, от святого семени. Встречает Иуда, закутавшись в... И не... закутавшись на переулке дорог, да? На... как на цомет, на перекрестке дорог. Он к ней приходит, она беременеет, он хочет, как бы она царская невестка, не имеет права блудить. Ей полагается смертная казнь. Она отправляет свои улики, которые у нее есть против Иуда, что это его ребенок, отправляет ему. Говорят наши мудрецы, лучше опозорить, чем опозорить другого человека, лучше упасть в горящую печь. Это то, что ее ждало, если бы она, если бы Иуда не признал свою неправоту или не признал, что это дети его. Иуда признает, моде соглашается с истиной при всех. Несмотря на свое положение, несмотря на то, что он царь, несмотря на то, что он знает, что из него должны выйти цари. И из-за этого из него выходят цари. Из-за этого у него рождаются эти двое детей. Он мог убить своих собственных детей, если бы он не признал эту правоту, свою неправоту, или сказать, что это дети его, он бы убил своих собственных детей. И вот это вот, представляете, если вы читали, на самом деле, многие читали Овода, да? Помните? У отца Овода был выбор, да? Признать, что Овод его сын, и уйти, сложить с себя сан, или Овод будет убит, и он останется с саном. Так вот, падре предпочел остаться с саном, а Овод был расстрелян. Но это выдуманная история, войнич. А мы говорим про реальную историю. Иуда мог потерять все свое царство и все свое продолжение. Он признал, и этим он заслужил все. Мы называемся иудинки, написано в трактате Мегила, потому что мы тоже признаем власть Всевышнего. Что нам мешает признать власть Всевышнего и сказать, да, мы хотим соблюдать шаббат? Почему мы этого стесняемся? Почему авиакомпания Иляль не может сказать, да, мы признаем, мы были неправы, мы пытались, так сказать, там, юлить, как ужи на сковородке, чтобы успеть не потерять там средства и успеть до шаббата, у нас не получилось. Мы признаем, мы были неправы, вы молодцы, вы вели себя правильно. Люди, которые хотели соблюдать шаббат. Где это такое мужество достаточное взять и признать свою неправоту? Даже в прессе. Почему у нас нет этого? Почему мы стесняемся своей собственной религии, своей собственной Торы? Почему мы готовы уважать всех? От гомосексуалистов до экстремистов, да? Кроме себя самих. Что это такое? Почему мы стесняемся своего собственного еврейства? Настоящего? Этот вопрос меня мучает, да, сейчас. И почему в прессе так легко поднимается вот эта вот волна осуждения априори? Все, конечно, религиозные виноваты. Конечно, религиозные напали на стюардесс. Ну, конечно, ну кто же еще? Кто же еще мог напасть на стюардесс, кроме как религиозные пассажиры, которые хотят соблюдать шаббат? Ну, конечно, это было так. Не знаю. Мне это очень странно. Но я хочу сказать так. В этот шаббат было два шаббата. Был шаббат настоящих людей, которые хотели признать власть Всевышнего. Признали ее. Согласились с ней, ради нее потеряли
там, хоть готовы были потерять деньги, готовы были не есть всю субботу, взять какие-то там остатки еды, которые у них были, и пойти провести в шаббат в аэропорту Афинском. Самое главное, не нарушить шаббат. Они были готовы это сделать. То, что у них там потом был замечательный шаббат, они об этом не знали. Были люди 150 абсолютно разных евреев. Как пишет вот этот вот человек, который был на рейсе, среди них были религиозные, нерелигиозные, в вязаных кипах, в черных, в юбках женщины, в штанах женщины, в мужчины, так сказать, в хасидских плащах, или мужчины в коротких рубашках, неважно. Вся них объединила воля Всевышнего соблюдения субботы. Это был один еврейский народ. А была другая сторона еврейского народа. Мы хотим быть как все, мы хотим отказаться, мы хотим замазать свое еврейство. На самом деле, давайте посмотрим на то, как хорошо показал себя еврейский народ, объединившись вокруг субботы. И как не очень лицеприятно выглядит то, что мы видим, как бы, оппонентов с другой стороны. Давайте лучше будем вот с теми 150, которые вышли ради воли Всевышнего. Спасибо большое.